Почти 30 лет назад, когда после 70-летнего перерыва казаки России начали заявлять о себе как о возрождающемся сообществе, многие отнеслись к этому скептически. Мол, казаки ряженые, истории не знают, да и вообще, зачем они? Сейчас акценты поменялись. Сегодня можно уверенно сказать, что в нашем регионе казачество – сила созидающая. Межрегиональные спортивные и культурные мероприятия, благоустройство отдельных населенных пунктов и территорий, работающие специальные секции и школы – все это казаки. Не так давно под эгидой Симбирского казачества и при поддержке регионального правительства в Ульяновске начал работу конный театр «Симбирск». Данный конный клуб, он уже вызревал несколько лет, буквально 3 года мы с этой идеей ходили и в администрацию, и в рамках войска, думали, в каком виде оно должно существовать, где территориально должно существовать. И вот, наконец-то, слава богу, в этом году при поддержке грантового конкурса, эти деньги нам очень помогли ускорить реализацию этого проекта, мы смогли начать его реализацию вот с июня месяца. Движущая сила – казачий центр «Братина». Сейчас в клубе 3 коня, есть летняя конюшня. Все это на базе Ульяновского физкультурно-спортивного техникума Олимпийского резерва. По задумке организаторов, деятельность клуба направлена не только на популяризацию спорта и организацию свободного времени детей и подростков, но и на воспитание у молодого поколения патриотизма, сохранение русских традиций. Спортивные цели – обучение казачьей джигитовке. Давай обратно в позу раненого бойца, на ту сторону. Так, вот ты висишь, я даю команду в седло, у тебя эта рука сразу идет вот сюда для опоры. Ты на нее опираешься и делаешь резкий мах. Давай, 3, 4. Руку. Видишь? Так лучше получается. Не забывай про это. Сотрудничество с техникумом получилось очень плодотворным. Казаки расчистили и благоустроили пустырь за его зданием, а образовательное учреждение открыло новую учебную специальность – тренер по конному спорту. Благоустройство коснулось не только территорий как таковых. Это, можно сказать, свалка была с бытовым мусором, заросшая деревьями и, к сожалению, с распивающими гражданами постоянно какие-то спиртные напитки здесь. Ну вот мы, скажем так, их комфортную среду в кавычках разрушили, вот, и как-то вот сейчас они начали растворяться. Ну, естественно, если серьезно говорить, мы ставим задачу не только как-то локально благоустроить свою вот территорию и за забор, что за забором нас не интересует. Безусловно, любая вот такая добрая идея, хороший проект, настроенный на работу с молодежью, на вовлечение в какую-то жизнь, она облагораживает ту территорию, на которой находится. Молодежь уже тянется от подъездов и спиртного к лошадям и спорту. Бабушки приглашают конников на дворовые праздники. Казаки планируют помочь микрорайону ожить духовно, приобрести нечто яркое, зрелищное и внутренне наполненное в шаговой доступности. Сотрудники и члены клуба, организаторы театра, люди, влюбленные в свое дело и лошадей. Скажите, любовь к лошадям откуда у вас? С детства, с самого детства, с раннего. Вот просто вот когда я увидела впервые лошадь, все, я поняла, что это мое. А с лошадьми я с детства, то есть в 7-8 лет мы пришли в конспортивную школу, которая тогда существовала у нас на Северной ипподроме, на данный момент ее нет. Ну и втянулись, остались на всю жизнь с лошадьми. Алина уверена, каждый может стать всадником, независимо от пола и возраста. Главное в этом деле найти контакт с лошадью. А это легче всего получается у детей. Там, где взрослому нужны годы, ребенок добивается успеха за месяцы. Именно поэтому совместный проект спорта, образования и казаков прежде всего направлен на молодежь. Тем не менее, здесь всегда рады любым желающим полезно провести досуг, стать настоящим спортсменом или умелым конником. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.